три таких вещи назову, почему можно не найти свое призвание. Вы чувствуете, что постоянный у вас контроль над детьми. Вы и к себе так относитесь, что не позволяете себе сделать что-то сумасшедшее, что-то смелое. Если мы ищем свое призвание и находимся в каком-то новом деле, порой мы, бывает, обесцениваем то, что делали прежде. Когда люди не удовлетворены тем, чем они занимаются, они ищут что-то такое идеальное. Да. И тут вот сразу вдох-выдох, идеальных не бывает. Внутренний критик, он отражает и наших внешних критиков. Стоит просто сменить фокус внимания, перестать себя критиковать и, возможно, просто попробовать по-новому. Сравнение себя с другими, это очень тоже тема такая болезненная. Одно дело, люди вдохновения, и я черпаю оттуда ресурс. А другое дело, когда туда ресурс сливается. Всем привет, девчонки! Рада видеть вас на канале «Женщины». Сегодня очередная беседа с нашим экспертом по профориентированию Ксенией Минихановой. И сегодня мы говорим не о том, как найти свое призвание. Сегодня мы будем говорить с ней о том, очень важно, что мешает нам найти свое призвание. И внутри видео содержится вопрос. Ответьте на него, пожалуйста, потому что это вопрос самодиагностик. Мы называем качества, свойства характера, наши привычки где-то, которые мешают нам увидеть свой истинный путь, свое призвание, обратить внимание в ту сторону, где лежит вот это сокровище, к которому мы все стремимся. Поэтому обязательно ответьте на этот вопрос. Быть может, один ответ на этот вопрос вам уже поможет сориентироваться и нащупать какой-то свой путь. А мне осталось напомнить, что поток живой с нашим, с Ксюшей сопровождением стартует 1 апреля, и это будет последний поток курса «27 камней в поисках твоей суперсилы». Есть дорогой тариф за 10 тысяч рублей, в который входит не только огромное количество лекционного материала, мои видеодневники от меня, это, собственно, 27 камней, хотя их больше 30, это мои правила, приемы, способы принятия решений, способы релаксации, расслабления, восстановления энергии, мои взаимоотношения с родом и так далее, и так далее. То есть очень много личного, но то, что я применяю на практике, и то, что работает, плюс мои видеодневники, плюс беседы с Ксюшей, которые на этом канале не опубликованы, это специальные беседы в рамках курса, а также мастермайнд живой в микрогруппе в 10 человек, где каждый из вас сможет задать мне вопрос. Мастермайнд живой с Ксюшей в микрогруппе 10 человек. И также прохождение огромного, очень полезного, объемного супертеста по профориентированию и индивидуальная консультация с Ксенией, которая поможет вам проанализировать, расшифруют результаты этого теста для вас. В общем, для кого поиск призвания, какие-то карьерные устремления сейчас стоят на пике ваших задач, пожалуйста, я уверена, что наш курс вам сможет помочь. И до 1 апреля я отдаю вам курс 27 камней как автопродукт, то есть все видео, которые в нем есть, плюс рабочая тетрадь, очень содержательная, очень полезная, которая построена как дневник наблюдений, там множество вопросов вам задано, множество заданий дано, но вы выполняете их самостоятельно, уроки смотрите в любое удобное для вас время, то есть это автопродукт, курс 27 камней в поисках твоей суперсилы, там отсутствуют только вот эти живые сессии и консультации, и вы его можете до 1 апреля приобрести за 490 рублей. Далее я этим проектом заниматься не буду, потому что у меня появилось, кстати, в тему сегодняшнего эфира еще одно важное новое дело. Я открываю небольшое производство. Вот аккаунт, в котором я рассказываю про то, что это за производство, как я придумала эту идею, как я ее реализую. Я уверена, что это будет аккаунт не просто с рассказом о красивых женских вещах, имеющих не только смысл, но и в чем-то даже такое слегка волшебное влияние на нашу жизнь. Я в аккаунте подробно объясняю, как шелковые истории могут повлиять на качество жизни и ваше восприятие жизни. Так вот, в этом аккаунте я буду еще и говорить о том, как я развиваю новое для себя дело, с какими подводными камнями сталкиваюсь, как сложно начинать новое со своими первыми разочарованиями, какую-то калькуляцию даже буду приводить. То есть это аккаунт не просто про шелковые штучки, это аккаунт про то, как делать небольшой бизнес, начинать его с нуля. Это та сфера, в которой я совершенно некомпетентна, но я смело начала свой путь, уже споткнулась не раз. Все есть в аккаунте «Шелковые истории». Вот он отмечен на экране и также будет в описании профиля. В общем, смотрите беседу, поступайте к нам на курс. Эта возможность будет закрыта 1 апреля. Но призываю это делать только тех, кому это действительно нужно, кто делает свой выбор осознанно и несет за него ответственность, о чем я люблю все время в своих эфирах говорить.
напротив меня Ксения Миниханова, и мы продолжаем с тобой вот эту линейку, которую так образно и в то же время понятно назвали «Профориентация 30+». Конечно, это условно, но тем не менее мы говорим про то, как найти работу мечты, призвание, дело жизни, увлечение, что-то, что будет отвечать вашим запросам и потребностям во взрослом возрасте. И сегодня у нас очень важная тема, почему же человек, зачастую осмысленный, образованный, развитой, не может найти свое призвание. Угу. Оля, привет! Я благодарю за такую прекрасную возможность обсудить эти темы, потому что они действительно важны, это темы смыслов, это не просто про работу и про профессию, это про осмысленность и удовольствие. И несколько моментов я бы выделила, почему у людей не получается найти свое призвание, а ваша задача лишь почувствовать отклик, будет он или нет. Причем отклик как и положительный, так и отрицательный. Mm-hmm. Если вот ровно, совсем никак не колышет, ну то это точно не про вас. А если какой-то отклик есть, то, возможно, к этому нужно присмотреться чуть внимательнее. Давайте три таких вещи назову, почему можно не найти свое призвание. Первое – это критика, внутренняя критика самого себя. Второе – это оценочность, вообще оценочность по жизни. Это не значит, что, например, я оцениваю только себя, но я вообще ко всему подхожу оценочно. Вот либо категорично плохо, либо категорично хорошо. Вот все время какое-то осуждение, что вот так можно или так нельзя. Но здесь переплетается критика и оценочность. И третье – это контроль. Если, наверное, с критикой и с оценочностью понятно, то с контролем, наверное, может показаться удивительно. Потому что, по сути, вот, например, самоконтроль – это ведь хорошее волевое качество, когда я все осознаю, знаю, что происходит с моими эмоциями. Но я сейчас говорю о том тотал-контроле, который порой бывает именно у нас в нашем постсоветском пространстве. Когда контроля настолько много, что мне кажется, что я могу, не знаю, там, просто посадить себя в панцирь и вот этот панцирь всю жизнь на себе нести. И как будто бы, если я... ну, вдруг мне станет легче и проще без этого панциря, то я буду какой-то уязвимый или недостаточно хороший. И вот этот вот чрезмерный контроль, как можно понаблюдать, например, в отношениях с детьми, потому что дети это вот прям, они, знаешь, такие наши зеркала, которые прям сразу вскрывают какие-то наши внутренние вопросы, конфликты. И если, например, вы чувствуете, что постоянный у вас контроль над детьми, что вы не можете отпустить этот контроль, что вы не можете позволить ребенку сделать какой-то самостоятельный выбор, ну, например, даже в одежде, если не можете позволить ему вообще какое-то поле для самостоятельности найти, где он будет реализовываться даже в 2 года, ну, условно, чем играть, да, там, читать книжки или играть в активные игры, то, скорее всего, эта история про вас тоже, что вы и к себе так относитесь, что не позволяете себе сделать что-то сумасшедшее, что-то смелое, что-то необычное. И порой люди именно с такой позиции, им очень трудно найти свое призвание, потому что они несут этот панцирь. Критика, оценочность, контроль. Да. Я бы по первым двум пунктам тоже прошлась, чтобы люди могли как раз это отмониторить себе. Потому что порой, когда ты слышишь беседу такую ненавязчивую, стороннюю, двух чужих условно тебе людей, все-таки можешь увидеть многое и в себе. Ну вот, как, например, парадоксально, несмотря на то, что я журналист, и когда я начала собственное дело, это я так подобралась через пример сразу к критике, начала вести собственный блог в Инстаграм, вначале я думала, как бы мне вот это вот спихнуть на кого-нибудь, чтобы кто-нибудь делал, сейчас вот в перерывах тоже тебя, Оля, спрашивала, ведешь ты сама или нет. Сама. Да, сама. Я тоже сама. И первое время я думала, как это сделать так, чтобы вот, ну, мне вообще этого не касаться, тексты эти писать, я же так от них устала. Тут идет такой интересный процесс, если мы ищем свое призвание, находимся в каком-то новом деле, порой мы, бывает, обесцениваем то, что делали прежде, да, и вот здесь что важно, в этом обесценивании это нормально, это, естественно, не застревать, а позволить себе идти дальше, и если вдруг это пригодится, обязательно использовать. И парадоксально, но кайф, истинный кайф от написания текста я позволила себе испытывать только тогда, когда проработала эту внутреннюю критику. Казалось, что, ну, были определенные параллели из детства, когда вот эта вот критика какая-то даже... стыдливость была, что вот какие-то мои тексты или вообще любой мой творческий продукт, он, ну, не так... Не очень. Да, ну вот еще, Ксюш, постарайся, тогда будет нормально, тогда мы тебе похлопаем. Поэтому, конечно, тут
Трудно говорить об удовольствии и удовлетворении от того, что делаешь. И если постоянно к себе вот это вот не дотянуло до планочки, mm-hmm. нужно быть идеальной. И тут вот сразу вдох-выдох, идеальных не бывает. Не бывает, не бывает идеальной фигуры, идеальной женщины, идеальной мамы, не знаю, идеальной погоды. Я обожаю, когда пасмурно. Ну, и, собственно, это все очень относительно. Не бывает идеальной жизни и не бывает идеальной работы. Да. Вот в нашем с тобой курсе про призвание я в своих лекциях говорила о том, что часто, когда люди не удовлетворены тем, чем они занимаются, они ищут что-то такое идеальное. Да. Это так же, как в личных отношениях. Это абсолютный миф. В любой, даже в самой любимой работе, вы прекрасно знаете, что я люблю свое дело, есть часть рутинных процессов, есть часть того, что не хочешь, но надо. Другое дело – искусство дозировать, чередовать, mm-hmm. отдыхать, вознаграждать и так далее. То есть делать это максимально приятным для себя, максимально менее энергозатратным. Это все, то есть к минимуму сводить и увеличивать количество тех дел, которые приносят вам удовольствие, тех обязанностей. Но в целом, конечно, не бывает ничего идеального. Правильно я поняла, что ты говоришь про критику, именно самокритику, вот этого внутреннего критика, который очень-очень сильно силен, и который говорит, что если уж ты не умеешь это делать идеально, то тогда лучше не делай, лучше этого избежать или лучше вообще туда не идти, да, в эту сферу. Парадоксально, Оля. Внутренний критик, он отражает и наших внешних критиков. И если мы сами себя критикуем все время, знаешь, подходим к самому себе, вот как в школе с красной пастой. Да. Вот я подошла и прошлась по всем своим ошибкам и во внешнем виде, и в том, что говорю, и во внутреннем. И вот вся такая, только фокусируясь на ошибках, то обычно нам в жизни попадаются вот такие как раз-таки учителя, которых мы можем на самом деле внутренне ненавидеть, потому что они нас критикуют. Но стоит просто сменить фокус внимания и понять, что это учитель, который отражает мое внутреннее состояние. И, наверное, нужно уже вынести урок, да, и перестать себя критиковать и, возможно, просто попробовать по-новому. Если хочется получить новый результат, соответственно, нужно что-то просто сделать по-другому и пересмотреть свой взгляд. То есть тебе критика мешала начать писать тексты в Инстаграме, потому что вроде бы ты этим же занималась на телевидении, не всегда была собой довольна, не всегда тобой был доволен редактор, и в новой твоей профессии ты сказала: ой, нет-нет, я вот это... Да, я очень фантазировала, очень много фантазировала, мне прям казалось, как шушукаются за спиной, что там обсуждают, вот-вот-вот, как-то слишком смело, или слишком слабо, или слишком вяло, ну, короче, куча всяких вот этих вот ярлыков слишком как, да, и как только отпускаешь эту тему, приходит вот волна, ну, как называют там сейчас, в потоке, да, или вот этот творческий порыв, когда ты делаешь это свободно, не потому что тебе надо, а потому что ты хочешь это делать. Ну, я должна спросить тогда у тебя рецепт. Да. То есть понятно, что надо отпустить, а как отпустить? О, хороший вопрос. Есть разные способы, именно потому что сейчас все выше и острее становится вот эта вот открытость, ну, открытость во всем, да, открытость границ, мира, да, в противовес той закрытости, которая была. Как ответ на это, конечно же, сейчас очень много людей, помогающих профессии, и это очень ценно и здорово, это и психологи, и психоаналитики. Я лично очень люблю проективные методики, арт-терапию, и у меня есть опыт и психоанализа, и также я сама, как помогающий человек, помогающий профессии, помогаю через тета-хилинг и медитативные техники это сделать. Здесь важно, что, опять же, внутренний отклик, потому что я уверена, что астрологи прекрасно помогают, и, в принципе, я тоже ходила к астрологу, у меня даже есть замечательный специалист, астропсихолог, есть нумеролог, масса всего. Тут важно, конечно, отклик, потому что рекомендации тоже, и посмотреть, и как, и что там, и сертификаты, и так далее, но согласись, это вторично. Конечно. Все-таки, когда мы смотрим человека, и мы понимаем, что отклик есть, это очень классно. С другой стороны, ты знаешь, ну, как всегда, у любой медали есть две стороны. С одной стороны, вот эта открытость и то, что сейчас все специалисты ведут соцсети, можно прийти на их прямой эфир, посмотреть, как они это делают, почувствовать отклик, это немножко как будто бы сближает, но в то же время и отдаляет, потому что раньше, например, когда я в первый раз пошла к психологу, я только позвонила ей и узнала адрес, и мне нужно было доехать первый раз до человека, это же сколько нужно было сопротивлений преодолеть, потому что это же, ой, неудобно, ой, а может не поеду, а может перенесу, сразу понимаете, это не какие-то внешние факторы, это ваше собственное сопротивление, значит, вы
чего-то переживаете или боитесь, да, вдруг там что-то страшное такое скроется и откроется. На самом деле ничего страшного, все естественно и все нормально. И вот это, этот шаг, когда вот приехать на первую встречу с психологом, он, ну, какой-то такой магический и классный. То есть если ты уж это сделал, то ты точно пойдешь дальше. Тут же получается от этой открытости, с одной стороны, мы можем услышать и почувствовать внутренний отклик, но с другой стороны, это тоже может и отдалять в то же время, потому что мы, ну вот он в шаговой доступности, вот у него Инстаграм, вот он прямые эфиры ведет. Ну, хорошо, потом как-нибудь, и вот это потом в следующей жизни оказывается. Ну, поэтому будьте внимательны к своим именно внутренним чувствам, что если отклик есть, ну, значит, идите. Потому что это не только чувства, это еще и действия конкретные. Итого, если вы увидели у себя вот один из этих трех симптомов, которые мы называли, это критика, это оценочность, и третий... Контроль. И контроль. Ну, высокий контроль, да. Да, высокий контроль, самоконтроль, гиперконтроль, гиперопека или желание оказаться наоборот под контролем. Да. Есть такие люди, которые хотят тысячу просто указаний, как и что делать. Кто был работодателем, прекрасно знают, сталкивались с таким типом сотрудников, когда чуть только малейшее отклонение, все, он стопорится, он ждет, пока ему будет какое-то указание, директива, как это все. Если вот есть вот эти три маркера, маячка, и вы в себе их отмониторили, все методики, которые ты перечислила, огромное их количество, выбираете ту, которая вам больше подходит. И очень важный, ты сказала, момент. С одной стороны, есть барьер для личной встречи, для поездки куда-то, для назначения там коуч-сессии или еще что-то. И отговорить себя, я лучше онлайн. А онлайн, а зачем с другой стороны договариваться? Я лучше буду читать его Инстаграм и смотреть его прямые эфиры. Да. И вы оказываетесь между двумя этими полюсами, тут слишком много усилий, а тут все так легко достижимо. И не пользуйтесь, поэтому отложу на завтра. Ни тем, ни другим. Вот когда вы выбрали методику, нужно определиться, может быть, через «не могу себя заставить». И в курсе про призвание я тоже про это говорю, как я сама себя заставляю, например, когда у меня слишком много целей и проектов, тоже один из моих лайфхаков, поскольку я сама с собой работаю и сама себе назначаю условно даты старта, когда я разрабатывала курс, я никак не могла его запустить. Нужно назначить, во-первых, дедлайны, а во-вторых, очень круто, когда они замиксованы еще с кем-то, как мы с тобой сделали в свое время с записи нашего видео для курса. Потому что было понятно, что мы обе заинтересованы, можно это бесконечно глубоко и долго разрабатывать и готовиться. Мы просто в один момент взяли, посмотрели в календарь, сказали, вот такого-то числа мы встречаемся и пишем. И все. И ты уже должен определенную подготовительную работу для этого провести, и уже наступает следующий этап. Итого, методики озвучены. Офлайновая встреча или онлайн какое-то образование, условно обращение там, к человеку-специалисту, здесь тогда вы должны оплатить или зафиксировать в календаре, здесь назначить встречу, приехать, поставить к себе в график, раздвинуть остальные дела, все, и дальше же пойдут действия. Можем теперь еще чуть-чуть отдельно развернуть тоже оценочность, что это такое, откуда ноги растут и чем она мешает. Да. Ставить оценки, это тоже вот связано вместе с критикой. И если сейчас вам отзывается, что вы оцениваете очень часто других людей, прям сразу же, да, ставите ему оценку, категорично плохой человек, да, никак иначе. А это всего касается, типа, внешнего вида, когда ты сразу же раз оценишь, смотришь, это модное, не модное, или там богатое, бедное, безвкусное, неопрятное. Это туда же. Да. А, понятно, что в той или иной степени у нас точно это есть у каждого. Да. Но другое дело, когда вы чувствуете, что это становится, ну, вот прям приоритетом, самыми главенствующими мыслями, которые витают, когда вы знакомитесь с людьми, то, конечно, да, эта оценочность присутствует, и вы точно так же, скорее всего, относитесь оценочно к себе, ну, не позволяете каких-то вещей, которые могли бы давно сделать. Соответственно, всякие сомнения, страхи, начать что-то новое, попробовать и прочее. И здесь очень круто, вот прямо здесь и сейчас, если вот, ну, например, вы сомневаетесь в своем внешнем виде, или, например, вы считаете, что недостаточно компетенции, прям вот взять как будто бы ручку зеленую и вот заметить, а что уже хорошо? Не ошибки, а что уже и выделить, подчеркнуть. Кстати, это классный лайфхак, если вот дети учатся читать, писать или просто учатся чему-то новому. А, точно так же, ну, мы с дочкой, например, очень быстро, она в 5 лет уже начала читать, писать. У меня не было задачи там, вырастить вундеркинда, но вот через вот это вот у тебя уже вот это получается. Конечно, это сразу же внутри крылья вырастают, и ты хочешь еще и еще повторять эту ситуацию успеха. И прямо берите на заметку, напишите это,
не красной ручкой, а зеленой. И, кстати, в работе с детьми я тоже подумала, что это, наверное, прикольно, когда дома проверяешь домашнюю работу, тоже ни в коем случае не красной отмечать, потому что хватит и учительских всех этих. А может быть, то же самое там или карандашиком. Вот я, например, так делала, поняла, что на подсознательном уровне это красное, да, это ярко, это видно, но, может быть, достаточно будет ему этих маркеров, которые ему там наставят. Итак, и еще один такой важный момент, это, допустим, когда еще сами с собой себя сравниваем, там какие-то оценки, вердикты выносим, это сравнение себя с другими. Это очень тоже тема такая болезненная для всех, кто зарегистрирован в Инстаграме, супер актуальная, потому что есть всегда недостижимый идеал, и хотя мы говорим, что идеальных жизней не существует, но существуют идеальные Инстаграмы. Они почему-то про себя знают, что так-то ты выкладываешь лучшую фотографию, ты сделал 100 снимков, выбрал одну, тюнинговал ее при нужном свете, там, в нужном ракурсе, тут обрезал, фильтр наложил и положил. То есть про себя мы это знаем. Почему вы не думаете о том, что другой человек, чей образ жизни вам кажется недосягаемым и идеальным, не делает то же самое? То есть это тоже, конечно, выборка самого лучшего. Но тем не менее, можно ли считать вот четвертым таким постулатом, ошибкой, серьезным маяком и звоночком постоянное сравнение себя с другими? Да, конечно. И это та история, когда не примеришь чью-то жизнь на свою и не реализуешься точно так же, как какой-то другой человек. То есть это про историю абсолютного индивидуального, личного, собственного пути. Но вот здесь я бы тоже хотела разграничить два таких понятия. Есть мое понятие, которое мне придает ресурсность, это люди вдохновения. Не секрет, что очень многие все говорят про окружение, что очень важно подбирать его. И я еще люблю здесь говорить сферическое окружение, то есть когда мы понимаем, что есть разные сферы жизни и знаем, что вот, например, Оля Чебыкина меня вдохновляет как журналист, а кто-то другой меня вдохновляет в плане отношения к своему телу. Кто-то другой вдохновляет меня как классный пример многодетной мамы. И так далее, и так далее. И вот эта вот история немного другая. Одно дело люди вдохновения, и я черпаю оттуда ресурс. А другое дело, когда я действительно понимаю, что наоборот туда ресурс сливается. И я мало того, чтобы там не получаю вдохновения, а наоборот начинаю раздражаться, там, психовать из-за того, что я там недостаточно хорошая и прочее. Поэтому, конечно, когда мы сравниваем себя с кем-то, это не является про ресурс, и мы не можем найти собственного пути в поиске призвания. Но, опять же, люди вдохновения дают. Ваша задача как человека взрослого сейчас вот это на две разные кучки разложить, отделить одно от другого и понять. И мы в выпусках там с Полиной Завьяловой говорили, я вообще люблю повторять эту ее фразу, можно вдохновиться чужим вдохновением, когда ты видишь увлеченных людей, людей, которые тебе в чем-то приятны, их взгляды на жизнь близки. Ты посмотрел Инстаграм, познакомился с ними в эфире, послушал на Ютубе, почитал какие-то отзывы. Это очень классно, это действительно источник энергии, ресурсов, вдохновения, идей даже иногда и так далее. И когда это сравнение всегда не в вашу пользу, когда у нее есть, у меня нету, а у меня никогда не будет, а почему ей ему дано, мне не дано и так далее. Абсолютно деструктивная вещь. То есть, казалось бы, очень похожие понятия, но тут тоже важно отстраниться. Итак, мы назвали четыре таких очень веские причины и очень понятные, очень человеческие качества, которые, как ты правильно сказала, присутствуют у нас всех. Задача опять одна и та же. Сначала верная диагностика. Есть они у меня? Да, есть, надо признаться. В какой мере? И если это мне мешает, то что с этим можно делать? Тоже методики практики ты назвала. Выбор за вами, и главная задача – сделать первый шаг. Да. И не бояться, что кто-то вас осудит, и опять же, также с красной пастой вы придете к психологу и по вам пройдутся. Вовсе нет. Это вот скорее, если, опять же, обращаться к кому-то за помощью, к подружке, да, или к друзьям на кухне, что вот я сейчас приду, им выскажусь, и мне полегчает. Нет, не полегчает. Скорее всего, наоборот. Бывает, что и наоборот углубишься еще в этом сомнении или вопросе. Пусть наша беседа станет таким своеобразным тренингом для вас, чтобы вам не откладывать это в долгий ящик, потому что видяшку сейчас посмотрела, а подумаю про это завтра, как Скарлетт О'Хара, хотя иногда это тоже помогает. Во-первых, обращайте всегда внимание на описание к видяшкам, там есть контакты Ксюши, к которой вы всегда можете обратиться, спросить совета, взять консультацию, пройти ее курсы, ее продукты, которых немало, которые могут помочь вам сориентироваться. И далее читайте комментарии, сами пишите,
перечитайте, потому что это тоже хорошая база, база мнений, база суждений каких-то mm-hmm. очень интересных от нашей аудитории. Давай прямо в комментариях напишите нам, какие из этих четырех причин, мы как Игорь Николаев с тобой практически, у меня на это 5 причин. И у меня на это 5 причин. Напишите, какие из этих 4 причин, 4 качеств человеческих, свойственных, вам мешали когда-нибудь. Давайте вот эту диагностику проведем уже сейчас. Либо вы слишком критичны и самокритичны, вы любите оценивать себя и других, вы либо контролируете, либо хотите, ищете постоянного контроля, и вечное сравнение не в свою пользу. Вот что из этого вы у себя нашли, и что, как вам кажется, в перегибе, над чем нужно поработать, и это сразу же откроется для вас другие возможности. Ну а мы в следующем выпуске увидимся, и у нас классная тема «Шаги». Шаги в поиске призвания. Да. До встречи. До встречи.